Фотохудожник Анатолий Черкасов, работы которого знают в Москве, Японии, Санкт-Петербурге и других регионах, для земляков был неизвестен. Масштабная экспозиция в ЦДХ председателя Совета директоров агрокомплекса «Горки Вторые» для многих стала открытием. Когда я закончил работу в сельском хозяйстве, 2 года болел, не знал, чем заняться. И мне, наверное, Бог подсказал: Анатолий Николаевич, займись фотографией. Я вам по секрету скажу, я так полюбил эту работу, это увлечение, что у меня осталась только одна – моя голова и душа. Его уникальные фотосюжеты как будто из другого времени. Он снимает на старинные камеры, сам проявляет и печатает фотографии. Техника платинотипия, в которой работает мастер, это контактная печать с применением солей металлов, платины, палладия, железа. Работа кропотливая, не требующая суеты. Когда пригласил в гости, я увидела вот тот фотоаппарат Анатолия Николаевича под деревом клёна, где падали листы. Он, соответственно, нас не видел. Думаю, что же он там ищет? А Анатолий Николаевич искал то, что ему нужно было запечатлеть в этот момент. Это каплю, это была осень, желтые листы, которые падали с клёна. Свою трудовую биографию автор выставки начинал на шахте. Его родина – Донбасс. Цене шахтерского хлеба, судьбе забойщиков посвящено много фоторабот. Здесь формировался несгибаемый характер колхозника, как любит называть себя сам Черкасов. На меня сильное впечатление произвела работа его «Шахтерский хлеб» вот за моей спиной, которая тут... Очень много смысла в этой фотографии. Я думаю, вообще всем, кто сегодня посетит, будет очень интересно посмотреть. А мне, как начинающему фотографу, есть чему поучиться, посмотрев фотографии. Много добрых слов в этот вечер звучало в адрес бенефицианта. Его называли масштабным, талантливым глобалистом, современным художником, у которого следует учиться молодым. Владимир Дудинов назвал друга Примаковым наших дней. И от имени Геннадия Зюганова вручил медаль. 70 лет Сталинградской битвы. Ребята, я это пережил через нашу деревню, И шли на Сталинград. Обезглавленные подсолнухи на снежном поле. Что видел в этом скупом пейзаже автор? В каждой фотографии моей есть философия своя. И когда я это снимал, я представил, что это солдаты идут в атаку. Этот образ отметили и друзья Анатолия Николаевича, прилетевшие из Японии. Они наперебой рассказывали, каким успехом в Токио пользовалась выставка их русского друга. Мне 81 год. Я всем говорю, не дождетесь. Объясню почему. Потому что крестьянский труд так заложил силу в этом организме. У меня 11 операций. 2 раза операция была на сердце. Давно в стенах ЦДХ не было такой шумной, радостной презентации, когда желающие получить автограф, поздравить автора коллекции, выстраивались в очередь. Выставка Анатолия Черкасова «Наедине» продлится до 5 февраля. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».